надо. Очень вкусно, очень вкусно. Ну, очень вкусно. Вадим, ваши эти эмоции, пожалуйста. Вкусно, но дорого. Бомба, вот. Смотри, какая коробка тебя делает. Сейчас заклею весь полтинник, друзья. Вот он не надо. Теща, чай, кофе, вот шербет можно, халву есть вкусно. Еще это шербет. Нежный карбонат, барбарис. Барбарис. Костная халва называется. Различные мыло. По запаху разный запах, конечно. Алоэ вера, гранат. Это килограмм 10 стоит. Это 700 грамм. Это с медуиншем, с медом. Вместе с этим. Поправлюсь потом. Ты мне как на угощаешь сейчас. Это кофе? Я тебя положу, там этого фруктовый не взял. Самый фруктовый взял. Он такой не... Нет, хорошо. Вообще. А вот фисташковый. Там есть 3 вида халвы в Турции. Простой, шоколадный, фисташковый. Все. Лучше фисташковый, конечно. А 2 доллара.